из негативных моментов у людей с этим именем можно назвать эгоизм, цинизм и высокомерие. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Склонность к меланхолии, замкнутости, депрессии, трудности выражения собственных чувств, одиночество, изолированность от общества – характерные признаки этого человека. Имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Владельцы этого имени очень схожи между собой характером, особенно те, кто родился под управляющими числами 2 и 7. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Эти люди ответственны и терпеливы. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.